Кирюха, я тебя держу, брат! Кирюха, не отпускай, мои яйца в твоих руках! Прям за писю держу! Кирюха, я вытащу нас отсюда! Давай, что Илья бы видел, что тут происходит. Давай, Кирюха, давай, поднимайся, присуху качай, давай. Ты тоже за писюн держишься, смотри. Кирюх, давай, смотри, давай, я раскачиваю, смотри. Спасибо, давай, смотри, я раскачиваю тебя. И ты попробуй, давай. Давай. О, красава! Давай! Взялся, второй отлично. Рукой! Красавчик! Все, я отпускаю тебя, пищун, все, в твоих по руках. По красоте. О, всё. Смотри, Илья прилетел. О, я выбрался. Всем здорово, братишки и девчонки, с вами, как всегда, Кофи Варпач. И, конечно же, Иксал, и сегодня мы продолжаем проходить наисложнейшие и загадочные уровни Human Fall Flat, да. Ходыша, здорово, ребята. Тренеров, всем привет. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вы все приготовились. Так, отдай. Кирюха, отдай Илью, он мой. Он мой. Давай просто выкинем. Смотри, у него майка Суприм. Да, а у самого-то кофта офлайн! Пацаны, у меня вообще ничего нету. У меня просто... Вот как есть. Я пацан обычный. Кирюху держи, давай-ка крепку. Давай, вот. Нет! Я ну, давай следом это. Ну, тут пацаны по моде оделись. Че, Гуччи, маечка, Суприм, правда, не могу показать. У меня во все тяжкие. Вот, так, во все тяжкие. Так, ребят, напоминаю то, что в этой игре смысл очень достаточно прост. Нам нужно проходить загадки, нам нужно отгадывать их. Вот, и нужно пройти уровень до конца. Здесь у нас какой-то поезд. Илья, нифига себе. Ты мусорку начал, зачем это двигать-то, а? Все, мы прошли дальше. Пацаны! Так, ну смотри, здесь, скорее всего, надо отодвинуть. Оп, тянем, потянем, давай, давай, давай. А чё я один работаю-то, а? Теперь Кирюха вот это. Не, ну, Кирюх, по идее, с каждым уровнем они будут как-то усложняться, как было в прошлой серии, ребята, потому что в прошлой серии мы карту и уровень проходили около, наверное, часа, я не знаю. Ну, там реально было. Так, а здесь? Смотрите, мне кажется, надо сначала подвинуть. Ту скинуть надо, а эту типа сюда. Я не знаю, как я так быстро ее двигаю, но ну ладно, я типа жесткий. Подожди, не так сильно надо, Олег, потому что мы не заберемся иначе. Не, заберемся, вон, я забрался. Можно? Конечно. А, все, я просто. А это скидываю прям вообще. А это, смотри, она не скидывается, она типа застряла там вообще, видишь? Она там уже все. Ну давайте просто пойдем дальше. Зачем нам скидывать? Так, что? Так, стоп, давайте подумаем. Так, тут скамеечка есть, я предлагаю посидеть, подумать, так сказать. Прошу толкать меня, вот. Нормально! Смотри, тут реально надо одного толкать, поэтому, Илья, ты один справишься, нет? Ты что делаешь? Ты Кирюха ловишь или чё? У меня Илья просто упал, ничего не делал даже. Нифига, у меня руки пицуки, пацаны. Базуки, точнее. Базуки, ребят, ну все, ко мне, заходите сюда. А так мы не сможем. Нам придется. То есть мне надо что-то как-то вас? Хотя, слушай, Илья, мы так-то могли, по сути, пройти. Ты, Кирюх, давай там проходи дальше до точки. Если отодвинуть так, чтобы мы могли допрыгнуть, смотри, не-не-не-не-не. Илья. О, все, смотри, сейвинг был. Давай загрузить контрольную точку. Изи, все. Спокойно. Так, главное не упасть. Господи, я прям до самого низа упал. Так, тут надо вот этот вагон подпить изи вообще. Тут надо изи. А что, вам не кажется, что уровень какой-то мне... Смотрите, на... О, уровень так-то вообще простой. Илья, ты нифига. Смотрите, вон выход. Это уровень прям вообще изичный какой-то. Нам, походу, придется сегодня аж целых два проходить. Так. Илья. Чего? Илья. Молодой человек. Стоп, подождите, я не понял. Я сделаю вот так вот. Не получилось. Так. Подожди, давай пройдем как надо было, Илья. Так неинтересно. Давай как надо пройдем так... Парня, он не то... Он не толкается. Он не толкается. Давай пройдем как надо, так уж и будет. Подожди. А как делать? Стоп, а вот тут реально надо подумать. Кирюх, ты че? Ты Кирюха! Да Кирюха! Давайте честно пройдем! Ну, я понял, тут вообще все просто, пацаны. Ну реально, поднял, обнял, заплакал. Какая подсказка? Вон подсказка появилась. Где? Вот эта подсказка. В смысле? Вот бери ее. В руки возьми ее. Это подсказка? Да. В смысле? Чего? Вот смотри, держитесь за колонну и идя по платформе, он тут появляется. На, возьми, посмотри. Да. А вы реально держитесь за колонну, идя по платформе. За какую колонну? Не понял. Илья, вот, иди сюда, слышишь, иди сюда, не залезешь.
Слышь, ты модник, у тебя паленка. Ты сам модник такой, а уфай там у него. Ну-ка, да свалил отсюда, а! Пацаны, пока! Это полиция моды! Все, Кирюх, мы избавили. А, он не упал, понятно. Подожди, я понять не могу, так, что смотри, нам сделать. Так, смотри, держись за колонну. Суприм показал, а? Ну, держи сюда, из дропа получилось, что ты достал уже. Смотри, держите, может быть, колонны, может быть, тут можно запрыгнуть. Вот, давай! По ой, сути, не, да. Не-не-не-не-не. Стоп, ой, слушай, я знаю, как можно... Не, стой, в обратную сторону, в обратную. В обратную, ты уверен? Я зацепил. Да слышь, да чё мы с новой льдом-то пропускаем вперёд, а? Зацепил. Придавил его камнем, больно. Так, подожди. Стой, смотри, а если... А если сделать... А если просто спрыгнуть туда? А, не, смотри, не туда, а вот так. Стой, подожди, руки вверх. Вот так. Да не, да, Кирюха за попу твою уцепился случайно. Так, смотри, случайно, я вот так вот... Ага, рассказывай. Ой, ну конечно. Пацаны, так, я прошел. Стой, жди нас, мы сейчас тоже про... Смотри, я не понимаю, как надо запрыгивать. Ну ты просто вот... Там надо, чтобы он прям руками зацепился. Ну, блин, не получилось. Во, давай, залай. А, красава. Все понял, подожди. Так, ну-ка. Смотри, теперь сюда. Оп, давай. Хорошо. Оп. Отлично. Я не знаю, мне, конечно, кажется, что не так надо было это все проходить дело, но все же оп, я прошел. Так, ну все, я на финише получается, пацаны, все. Мы, конечно, оп, прошли уровень. А ты что там забыл, слышишь? Оп, пацаны. Бегу. Как ты туда залез? Иди сюда. Я бегу. Нет! Не падай! Илья, я за тобой! Все, мы прошли уровень, что ли? Это все, конечно! А, не, лоу, следующий, смотрите, сразу запустился. Отлично! А что это такое? Это следующий уровень! Это уже какой-то другой уровень, ребят, но так как мы прошли. А! Че? В смысле? Я такой, а как он прошел? О, Кирюх пока. Кирюх пока. Нет, нет! Все, я успел! Дальше проходи. Давай, давай, давай. Так, все, я прошел дальше. Вы поняли, да? Не, ну так как понимаете, что мы уровни-то прошли всего лишь теперь уже два, и это третий уровень, то как бы каждый уровень для нас это новинка. Проходи. Вот, давай, поднимаю. Так, смотрите, надо что-то сделать с этой коробкой. Ну как бы здесь есть... Надо сначала отпустить платформу. Да, не! Стой! Ладно, ладно. Стой! Не, ну, давай. А давай посмотрим, сюда, что будет, если придавит меня. Подожди, стой, давай. Да ничего не будет. Давай посмотрим. Стой, не, отпусти. Я не могу. Вот, теперь отпускай, давай. Давай, я готов. Да, с тобой ничего не пацаны, будет. Пацаны, как у вас дела? Нормально там? Нормально, самое главное, что куча выжила. Да. Я вылезу, я вылезу. Брат, спасай. Так, вот. А, не, отпусти ее, отпусти. Я подниму коробку. Вот, теперь можешь поднимать, давай. И поставьте, пожалуйста, туда эту коробочку. Изи, рил ток, давай. Классно, а нельзя, чтобы один вот так вот забрался, как я? Нельзя! А зачем? Там нужна коробка, иначе ты давай не успеешь. Так, все, мы успели. Все, теперь все зато поместили. А, и вон выход, воу! Четкие ты изёвые сегодня уровни, на самом деле, ребят. Не знаю, предыдущие уровни были... Предыдущие уровни прям потяжелее были, точнее. Да, первый уровень сложный. Первый уровень, который мы вообще играли в этой игре, он был реально очень сложный. И все? Мы типа прошли еще один уровень, что так долго? Да. Не, еще не. Илья, мне кажется, там надо лишний будет еще это. Илья, мне кажется, вы лишние. Илья, Кирюх, сталкивай его отсюда, не давай. Не уводите коробку. Сталкивай его, да что он там забыл, сталкивай его. Нет! Коробку не роняйте. Да нет, Илью самое главное, доски. Давай, Илья, ты... Отцепись от моей коробки, оп, у меня моя там... коробка. Я не пущу тебя, я не пущу тебя. Даже не думай. Да блин, ну ладно, тащи меня. Давай. Тащи меня, давай. У меня уже FPS просит. Илья, тащи меня, брат. Спорим, не сможешь отпустить правую кнопку мыши? Я знаю. Нет, я могу. Оп. Замечательно. Так, и нам все равно надо, чтобы один спустился. Натуре. Илья, ну ты понимаешь, да? Я могу напрыгнуть. Подожди. Давай. Оп. Я держу коробку, пацаны. Надо ее... Нет! Стой, держи коробку! Что, Кирюх, ты тут понимаешь? Сама судьба. Да. Отлично. Кирюх, давай, Илья, допрыгнем вдвоем. Да допрыгнем. Илья, стой. Илья, стой. Два, три, побежали. Стой, Кирюха! Держу! Еле вырули сейчас, на самом деле, ситуэйшн, как бы, все под контролем. Отлично. Все, да, поставили. Ну все, пацаны, спускайтесь. Не, я допрыгну, смотри. Это так работает. Вот так вот. Подожди. Стой, я заберусь. Да, Илья. Стой, подожди. Я-то доберусь. Смотри, я сейчас методом качки. Если раскачаться только, да. Смотри, я сейчас раскачаюсь. Давай, удачи, брат. Да подождите, я сделаю. Окей, давайте, удачи, пацаны.
удачи. Давай, запрыгивай быстрее. Ой, а чё? Подожди, а, всё, ты прошёл уровень, ну что это? Так, а чё у нас следующий уровень какой? Опа, мне нравится это. Так, давайте попробуем пройти тоже. Классно, я бегу. Вы понимаете, мы за серию прошли, мне кажется, мы пройдём три уровня где-то, это лол. Нормально. А, походу нельзя наступать, да, на это? Типа тебя начинают засасывать, наверное. Кстати, попробуй. На что нельзя наступать? Давай ты попробуешь. Давай ты попробуешь, Кирюх, давай ты попробуешь. Ну, вот красава. Да там можно падать. Нет, вот там даже подсказка. А что в подсказке написано? Воу-воу. Это что такое? Карабкаться. Карабкаться. Чтобы хорошо упасть, нужно... Вау. And is ready to do something about their situation. Это как в кинотеатре, пацаны. Да. И там кто-то пьяный такой, в виде Илья пришел, и это бывает. Ничего не вижу. Я заплатил 250 рублей за билет. Я знаю, как паркурить, поэтому нормально как. Можно было не смотреть вот эти лайфхаки все. Я уже тоже научился паркурить. Оп! Вообще, эти пацаны, реально. Паркур тема. Так, ну я прошел до контрольной точки. Давайте, кто первый, 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 эстафета у нас! Так, ну убрал там вперед! Хитрый пипец! Ладно, я же сам не ожидал. Ой, там еще одна подсказка. Я подсказку поднимал. Пацаны, а вот тут пожестче на самом деле паркурчик начинается у нас уже, конечно. Так, тут смотри, как надо. Илья, ты как там прыгаешь? Стоп, тут, по-моему, раскачиваться надо, гайс. Смотри, гайс. Давай раскачивайся. Олег, а ты рожок или гайс? Я... гайс. Подожди, а там... не, походу... Там подсказка есть. Так. Там повсюду, здесь повсюду подсказки. Оп, господи, опять. Видосик посмотрим, еще один. To get even higher, you need to jump before grabbing the... Ну это понятно, еще можно не смотреть. Это как, знаешь, перемотали сейчас видео на самом деле. Да. Да. Дай, стой! А, Кирюха, Кирюха, Кирюха уже это, добежал. Мы видео смотрели, Кирюх, ничего не знаю. Да конечно. Когда я предложил, вы все отказались. Я видел, как они видео смотрели. Ну, конечно, легко говорить, когда ты первый. Ну да. Да. Так. Ну мы почти сделали это, ребят. Реально, смотрите, нам осталось. Давай, толкаем, толкаем. Там впереди, толкаем. Конечно, я вижу дом какой-то. Класс, давай, толкай, толкай, Кирюх, давай. Да не Кирюху ты толкать. Вот надо там, другую сторону, о, давай, попу качай, нормально, давай. Стой, прижало меня. Спасибо. Спасибо, пацан. А куда дальше? Ты успел пробежать? Да, куда дальше? Да конец? В смысле? Или чё? Или да вон дом, типа, смотри. Тут а как мы до туда допрыгнем? О, как классный дом. А тут реально как? Подожди. Мне кажется, надо упасть, нет? Да. Подождите-ка. Я, походу, я понял, что тут надо делать, пацаны. Да. Вернитесь назад. Тут не зря что просто там? Так поезд поставили на да, самом... Да, ой, да. Лол, смотри, а там типа что-то... Там как канат, там походу, смотри, нет? Да, да, о, спасибо. Ой, пожалуйста, я сам не так, хотел, пацаны, я ждал этого. Подождайте, подождайте, подождайте. Мы ждем, ждем, ждем. Мы не будем тебя подождать. Давай! Опа-на! Нет! Ой, видишь, сам того тоже не хотел. Я знаю, я поднялся. Да снова смотри. Чисто братья. Давай. Братья по один. Все, вот здесь смотри, здесь какая-то пещерка. Мажоры тут. Да какие мажоры, что ты говоришь тут вообще, а? У меня тут комбинезон за сотку. Илья, стой, 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 давай вместе. Давай вместе. Погнали, полетели. Вы что там, Кирюха, мы ждем. Кирюха, мы ждем тебя. Стой, я возьмусь, я жду, я жду, 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 жду. А, мы не полетим! Илья, брат! Ты живешь! Вот это очень классно! Только знаешь, что мне кажется, мы не долетим, но мы раскачем. Кирюх, ты там где? Нам еще долго ждать. Да, я раскачу. Почему? Я вот. Давай пока методом раскачки вот так вот. Давай! Ты лишний! Да не лишний, я сам ты лишний. Я первый пришел сюда. Ой, сейчас я. Ну ладно, раскачивайтесь, я походу здесь надолго. Да давай, мы подождем. Еще чуть-чуть. Иду, пацаны! Блин, вниз только не смотрите, пацаны. Иду, пацаны! Я отпустился случайно! Нет! Кирюха, да, мы вернемся! Да, да. Нет, 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 стой, я получу, так, я спасибо, быстро! Пацаны. Опа, ну. Я схвачу! Давай! Нет, стой, подожди, 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 стой, 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 стой! Еще чуть-чуть! Илья! Давай, давай! Я хочу! Нет! Нет! А ты куда, ё-моё? А подожди, опять с этого сраного места. Пацаны, красавчики, конечно. Давай, долетай сам тогда. Долетай, да. Я понял, что я слишком высоко нахожусь, как бы просто. Спасибо. Кирюха, что ты делаешь? Кирюха,
Стоп, стоп, давайте беремся, пацаны. Подожди, Кирюха, я давай. Стану. Стой, подожди, стоп, я взял. За конец, главное. Во, я взял. Самое главное не отпускать. Поближе, не, Кирюха, возьми поближе, наверное, к нам. Почему? Да, поближе, поближе к нам. Надо поближе. Или вообще можешь взяться просто за Илью, там, не знаю, или еще да, что-то. Да, да, да. Все, вот. Готовы? Да. Мы команда, погнали! Я ну что, таки... народ, погнали! Опа-на! Надо еще раз. Красава! Только нам надо еще раз качаться! Да! Стоп, блин, Илья, подожди нас, пожалуйста. Давай вперед, теперь назад. Давай, мы там унтарились в прошлый раз еще. Давай, вот так давай. Вот. Оп, и вот и сейчас смотреть. Как вперед. Погнали! Илья, пройди, пожалуйста, там. Мы руперы-неудачники просто. А причем, знаешь, что мы Илью отпружинили? Да, да, реально! Илья, Илья, ты от нас просто так отпружинил. Игра реально крутая, мне она очень нравится. Вот, сейвинг. Все. Ну все, наконец-таки! Ой, я на дерево застрял. Илюха, все, ребят! Ребят, я боюсь высоты, помогите, пожалуйста! Ребята! Пацаны! Вы ловите? Вы ловите меня? Ребят! Давай, давай! Лови! На самом деле, спасибо, что словили, спасибо, что поймали. Блин, ну это реально очень крутой дом. Так, Илья, жди. Жди, стой. Это ты двери в свой дом открываешь, да? Да. Блин, вы представляете, насколько это крутой дом? Давай я помогу, не знаю, ты дверь не можешь открыть. Помочь дверь? Да мы по одежде, мы по фейсу проходим. Да, проходим. Ой, тут нормально такую тему можно. Ой, тут финиш, парни, смотрите. Давай, погнали. Выход. Блин, ну это был очень классный уровень, ребята. Да, дальше идут, ну, дальше идет очень много крутых уровней. Вау. Вот, которые мы оставим, конечно же, на следующую серию. Надеюсь, вам понравился этот видосик. Вы поставили лайк, подписались, конечно же, на все наши каналы, на все инстаграмчики, на все ссылочки в описании. Вот, ну а с вами были сегодня, как всегда, Кофе Варпачик, Салвы, всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока, друзья, дайте подушкой. Ебать всем отбой.